Помоги! Ты все? Да, ты. Переворачивай. Че надо? Черт, кажется, отпускает. Нужно поторопиться. Здорово, Игорь, у тебя? Пароль. Я не помню. Стой, погоди, я вспомнил. На колоссальной дощатой террасе, близко на пляника и малиника, в свете галогена, суетясь вокруг конфорок, небезызвестная вдова-парашютиста под аккомпанемент виолончели и синтезатора подчевал советника винегретом, ликер-водочными изделиями и прочими яствами. Правильно? А, ну да, наверное. Ну ты тормоз. Я не помню. Сколько времени? Я не тормоз. А кто ты? Полшестого. Там свинья твой сани угоняет. Я лось! Если ты не шлюха, проваливай. Давай, потряси яичками. Как ты вошел? Я же приказал никого не впускать. Лось опять забыл пароль. Вот толух не может запомнить несколько простых букв. Че тебе надо? Нам бы с ежиком подзаправиться, а? Мир начинает терять краски, мы больше не можем так жить, это невозможно. Помнишь, сколько ты мне должен? 2500 обвисших бобров задниц. Баксов, баксов? Каких еще задниц? 2,5 куска баксов. Я же говорю, мир начинает терять краски. Тебе надо браться за ум, если хочешь оказаться на небесах раньше времени. Я уже побывал там после нашей последней встречи. Ты опоздал, я пришел раньше тебя. Привет, я Роберт Джонсон. А ты кто такой, мать твою? Вы меня не знаете, но в современном мире я крутой рок-музыкант. Ну-ка, сыграй что-нибудь. Я, вообще-то, по бубну. Тебе даже не 27. Оу. У меня же нет саней. Я даже разговаривать с тобой не буду до тех пор, пока ты не вернешь долг. Ты же знаешь, что я все равно возьму то, что мне нужно. Только приблизься, я залеплю тебе пулю в лоб. Где мухоморы? В сейфе. Пароль Саша Грей лучше всех курей? Да. На колоссальной дощатой террасе без конопляника и малиника свете галогена суетясь вокруг конфорок незабываемого вдова прошу чисто под гаминет вилла... Сука! Сука!